Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании InfoLight, серия Expert, на цоколь H7 с температурой свечения 4300 Кельвин. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится оригинальный гарантийный талон. Две ксеноновые лампы. Мощность у них 35 Вт, как и у остального комплекта. Данные лампы поставляются в пластиковых колпачках, для того, чтобы не повредились при транспортировке. Комплект ксенона подключается на питание 12 Вольт с помощью обычных проводов подключений. К блоку розжига от ламп идут три разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе отдельно ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Также два блока розжига. Блоки розжига Slim стандарта, самые тоненькие блоки, которые есть сейчас на данный момент для ксенона. Корпус металлический, блоки герметично заклеены, пыли влагозащищенные. Также есть в комплекте двухсторонний скотч и стяжки для монтажа. Одну из ламп мы сейчас подключим к блоку розжига. Подключение очень простое. Все подсоединяется разъем в разъем. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, лампа у нас готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают. Поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте ксенона заявлена цветовая температура 4300 кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. Световой поток с желтым оттенком. При покупке на комплект ксенона обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.